Тамара Николаевна – опытный путешественник. Ходила не только по родному краю, но и по всей России. Говорит, в зимних походах есть особенное очарование. Пока человек не попробует, не поймет. Естественно, трудности, всем страшно, что зимой это что-то непонятное. Но хорошая подготовка, хорошая организация не дадут ни замерзнуть, ни скучать в походе. Так что шевелись и грейся, называется. Пусть на лицах у педагогов искренние улыбки, приехали они сюда не только для развлечения. Если, скажем, у нас ветер на вход, мы ее разворачиваем обратной стороной. Для чего? Потому что, чтобы и дым сносило, и искры. Посреди леса нужно установить зимнюю палатку, растопить печь, приготовить еду. Основная задача – научиться разбивать бивуак правильно и безопасно. Акция «Больше, чем туризм» приурочена к году педагога и наставника. Главная цель – приобщить к туризму всех, от мала до велика. Учителя из Курской области, работающие по туристско-краеведческой направленности, тренируются, чтобы потом делиться опытом со своими подопечными – водить детей в походы. Наши педагоги уже за это время прошли пешеходными, водными, велопоходами практически по всей территории Курской области, посетили различные памятные места и уголки нашей малой родины. Также участники похода побывали на мемориальном комплексе «Большой дуб». Там они возложили цветы к вечному огню, почтили память мирных жителей, которые погибли от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Ирина Ситникова, Сергей Гридунов. События дня.